Во Владимире начали заливать катки. Один из самых популярных на Пушкинском бульваре. По будням он будет работать с 16 до 22 часов, а в выходные и праздничные дни с 11 утра. Вход на каток со своими коньками обойдется в 20 рублей. Бесплатно смогут кататься дети до 18 лет и студенты при предъявлении студенческого билета. Прокат коньков будет стоить 100 рублей в час. Кроме того, придется оставлять залог. На детские коньки 1000 рублей, на взрослые – 1500. Как обычно, для посетителей катка откроют обогреваемый шатер, где можно переодеться и оставить вещи в специальной ячейке, аренда которой стоит 10 рублей. Официальный каток на Пушкинском бульваре откроют 21 декабря. Лед для активного отдыха горожан готовят и во дворах Владимира. Площадки заливают на проспекте Ленина, улицах Верхняя Дуброва, Диктора Левитана и Белоконской. Город активно готовится к празднованию Нового года. На Соборной площади уже начали устанавливать елку. Кроме того, еле появится у гостиницы «Заря» в новом сквере на улице Комиссарова и у «Глобуса».